Знаете ли вы, что такое Европротокол? Нет, не знаю. Да, слышал примерно. А в каких случаях заполняется, знаете? В авариях незначительных. Менее 50 тысяч, по-моему, если ущерб. Европротокол знаю. А знаете, в каких случаях заполняется? Ну, в случае аварии, они вызывают этих комиссаров, между собой разбираются сами владельцы машин при аварии какой-то, ну, не такой незначительной аварии. И выплачивают по нему до 50 тысяч. Европротокол не знаю, честно. Никогда не попадал. Это в случае аварии, если нет жертв, то можно разойтись по миру, да? Это когда происходит автомобильная авария. Оба участники дорожного происшествия договариваются между собой без представителей ГИБДД. Основная часть опрошенных водителей никогда не попадали в аварии. И что такое Европротокол, знают из общих понятий. Мы желаем всем участникам дорожного движения ни гвоздя, ни жезла. Ирина Глазунова, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».